Санта Хол гостиницы Three Bees Guest House. Это ресепшн. Напротив бар. Здесь все возможные информационные плакатики, экскурсии, прокаты. Владелец итальянец, поэтому кухня здесь как тайская, так и итальянская. Перед входом надо раздеваться. Так он выглядит с улицы. Это бар-ресторанчик. В принципе, здесь на ресепшене вы можете взять любую экскурсию, байк на прокат. Все по приемлемым ценам, так как мы смотрели по улице, было местами и дороже, и столько же. Ну, тут можно это все сделать, не выходя из номера. Плюс отель сам делает свои экскурсии, более такие частные. Сам владелец вывозит людей, готовит им пасту на островах, ну и все такое. Это лестничка идет к номерам. Тоже все чисто. Как вот выглядит путь ко всем номерам. Так вот выглядит уборка ежедневная. Это номер в отеле Three Bees Guest House. Вот так он выглядит. В номере все очень чисто. Убирают здесь на удивление каждый день. Мы, в принципе, только что опять поубирали. Мебель и оборудование, в принципе, так себе. Все старое, ушатанное. Но нет пыли, жуков. Мы повесили картины. Номер небольшой. Ну, в принципе, за эти деньги огромных никто и не ждал. Шкафчик есть для вещей. Куча правил, что вам будет, если вы что-то напортачите. Отлично работающий Wi-Fi. Кондиционер. И вентилятор. И холодильник. Обычно это либо то, либо то. Ванна. Унитаз, если сдвинуть чуть-чуть левее, он будет посередине комнаты. Тоже все очень чисто. На удивление, очень быстро сохнет пол. Раковина, зеркало, стандартно. Это балкончик с самодельной сушилкой для белья.
вид из балкона на горы. В принципе, было бы все замечательно, если бы внизу не было стройки. Ну, стройки через год не будет, наверное, уже. Это что-то сделали к вечеру пятницы. Оббили красным ковром какую-то площадочку возле ямы. Наверное, будет жертвоприношение какое-то здесь. До моря идти далековато. Ехать на байке 5 минут. Ах, по горячий.